Блокчейн в Евразии. 23 ноября в Стамбуле пройдет саммит «Блокчейн-2017», сообщает Ассоциация блокчейн Евразии. Саммит объединит европейских и азиатских блокчейн-энтузиастов, станет отличной возможностью для изучения законодательной системы и развития технологий блокчейн. Среди докладчиков Исмаил Хаки Полат, президент цифровой трансформации Турции в университете Кадира Хаса. Левент Курт, главный редактор новостного портала CoinTurk. Огузхан Айгурен, университет Богазычи, доцент кафедры маркетинга. Огуз Юнвар, генеральный директор проекта BabGo. Ожидается, что в саммите примут участие представители государственного и частного сектора экономики, специалисты банков и финансовых организаций, поставщики программного обеспечения для управления технологиями, академики и студенты.